Канал «Таежный обитель» приветствует вас. Сегодня мне еще раз пришла посылка. Кто-то, видать, знал, что у меня день рождения. И угадал. Почти. Гуляев Олег Александрович. Московская область, поселок Томилино. Вот такая маленькая посылка. Но я знаю, что это. Это нож. Опять мне нож прислали. И сейчас мы его посмотрим. Он даже мне его ВКонтакте показал. Он занимается ножами и тоже хочет, чтобы у меня был достойный нож. Достойный нож. Но у меня уже много получается достойных ножей. Я их пока коллекционирую. Но у меня есть план, я им найду применение. И это применение я потом тоже вам покажу. Вот завернуто тут, завернуто. Вот, ни записки, ничего нет. Ни записки, ни письма, ничего нету. Ну, в одноклассниках я ему напишу. Вот такой нож, вот. Я его уже, говорю, видел, он мне его фотографию скидывал. Такой замечательный нож. Вот то ли куница с ножом, то ли кот с ножом. С ольхи сделана ручка, толстый, довольно нож, кованый. Вот он, откованный. И вот написано Х12МФ. Вот у него, я вам покажу, написано. И вот такое у него клеймо личное. Такой котик интересный. Заклепка. Видать, хвостовик и заклепка, или как он тут сделал. Вот это рог, медь, прокладочки и ольха в руке. Очень удобный, толстый довольно нож. Такой чувствуется в руке. И я думаю, что им очень будет удобно рубить. Очень удобно рубить. Вот для охоты на подрезку и где-то там вот ходить по путикам, вот это вот, ободрать сахатова, там сагжоя, изюбря, соболя, ободрать соболя. Замечательный нож. Я обдираю большим ножом. Вот я просто держу в руке и вот так, и он мне не мешает. Потому что обдираешь соболя, белку, там не обдираешь, а подрезаешь, обдираешь руками. Будет возможность, на канале «Тайга моя заветная» я там показывал. Там было видео, как ободрать соболя. Это можете посмотреть. Но я постараюсь, нынче у меня знакомый тут приемщик пушнины, и я попрошу у него, он может мне выделить соболей, я обдеру их и покажу, как я обдираю, как насаживаю. Ну, насаживаю сейчас по-другому, я поэтому. Ну, вот такой нож, я его обязательно использую, попробую. Ну, мне нравятся, конечно, ножи. Может, я уже начинаю подсаживаться на эти подарки, что, конечно, не шибко хорошо. Но я говорю, что я им найду применение. И каждый хозяин это применение увидит. Острый нож, острый нож. Вот эвенки пробуют, они вот так вот режут ноготь. Они, кстати, не ножницами, а обрезают ногти ножом. Вот так ножом обрезают. Этот исключительно режет. Когда-нибудь я его, может, покажу по деревяшкам. Неохота
постоянно показывать эти стружки. Но один из таких тестов — это вот дострогать стружки. Вот этот нож, он с двух сторон заточенный. Вот. И спуски не короткие, а вот они длинные. Они длинные спуски, нож толстый. И он вот как струк, он будет замечательно работать. Потому что вот можно на эту плоскость, на одну, на длинную, можно ложить. А вторая уже работает как струк. Вот, вот такая конструкция ножа. Очень замечательный. Это вот такой, он не венкийский, конечно, но таежный нож. Замечательный, охотничий, крепкий, толстый, тяжеловатый в руке. Когда легкий нож, тоже плохо. Иногда надо где-то что-то подрубить. Вот ручка такая длинненькая, удобная. Он, им можно работать. Потому что рубишь потоски для капканов, чангаи, как мы их называем. Сруби другой раз для себя даже посох, какую-то палку где-то. Этим можно срубить вот довольно толстую лисинку. Не торопясь, потихоньку. И можно срубить лисинку. Замечательный. Олег Александрович, спасибо большое. Семье привет от меня. От всех. Всего вам доброго. Он сказал мне, что за ваши видео некоторые говорят, вот вам шлют ножи. Вы перешлите вот мне, я не могу делать там, или... Ну, мне шлют тоже за что-то, понимаете? Вот буквально позавчера один написал: Николай Иванович, вы, наверное, не помните меня. Вот когда вы выпустили видео, как я бросал курить, и я вот в тот день тоже бросил курить. Это вот полтора года прошло, и я не курю. Спасибо вам. Это не просто шлют. Это я прекрасно понимаю, и мне говорят: дядь Коль, не стесняйся. Я действительно некоторым говорю: спасибо, не надо. Потому что, ну, неохота набирать всего, как это. И поэтому вот, я объясняю позицию. Кто хочет, чтобы им ножи слали, постарайтесь сделать что-то полезное для людей, которые вас отблагодарят. И не завидуйте. Не завидуйте, это тоже ответственность. Это вот ответственность, потому что мне надо после вот этих ножей видео стараться делать такие, которые бы приносили людям пользу. Которые бы приносили пользу. Я уже не говорю, мне человек 30 только написало, что бросили пить, бросили курить. Это некоторые пишут, а некоторые не пишут. Особенно меня вот это радует. Ну, я тут развел такую... Гегемоди. Ну, в общем, балабовство. Олег Александрович, спасибо. Семье привет. Вам здоровья. Берегите себя. Удачи, радости, красоты, творчества, гармонии. Чаек со мной пейте обязательно. Настраивайтесь на радость, на желание жить, общаться. Мне повезло, вот канал такой создался, и я с вами общаюсь. Я вас всех благодарю. Олег Александрович, еще раз спасибо. Всем привет, удачи, гармонии с самими собой, с окружающим миром. Пока-пока.